При осмотре семья оказалась в роевом, яички в мисочках есть, поэтому матка плодная была отсажена и сделан отводочек на 4 рамках со старой плодной маткой. Теперь буду ждать, когда молодые матки выведутся. Это такая методика позволяет не находиться постоянно на пасеке и не караулить раи. То есть 2 недели я теперь спокоен, пока молодая матка будет выводиться. Семья после осмотра и сделанный от нее отводок на плодную матку. По времени это занимает минут 20-25. Намного больше времени занимает постоянное срывание маточников, после которого семья в большинстве случаев так и не выходит из роевого состояния и в один прекрасный момент все равно отравится. Такая методика позволяет роение делать абсолютно контролируемым, и пчеловод уже может сам определиться, когда отсадить матку, когда немножко притормозить отсадку.